Остановись! А, что, остановись, включай бита, бита включай, ты слышал, остановись, ё-моё! Где все там мужики есть, чтобы помочь, что ё-моё! Какого хрена? Какого хрена? Нет, слышь, остановись, псих, остановись, ё-моё, не бей меня! Знаешь что? Что? Я сейчас активирую модуль. А какой, у тебя все модули почти вытащили, давай, давай, что там активируешь? Ну, на ногах-то у меня остался модуль. Ну, он тебя там полудохнет, ты в прошлый раз, это, типа, вообще, типа, забей. Я все равно тебя догоню, твою мать! Ха-ха-ха! Кого там догонишь, дебил? Так, ладно, пока он здесь, нужно кого-нибудь свалить, ну нахрен. Надо, чтобы он отбомбил немного, отбомбил реально. Так, так где тут? Нужно Злату чем-нибудь просить. Злата! Да, видимо, операцию делает. Так, нужно где-то спрятаться, Так, так. Ага. Так, вот здесь спрячусь, нормально. Здесь он меня не найдет. Фух, ладно, пережду его где-нибудь тут. Сын, погоди, остановись, я же с желтыми дрался, осторожно, я сейчас тоже подохну здесь. А ты вот так со мной, да, значит? Как так? Вот так распорядиться. Как? Я тебе 50 лет жизнь поддерживал, а ты мою квартиру решил взять. Блин, ну чувак, ну так получилось, типа я не специально. Я такое говно не уважаю. Говно вот здесь, чувак, смотри, вот. Знаешь, где говно? Где? Вот оно! Ха-ха! Ну, я тебя тут не найду. Короче, слушай сюда, псих. У нас сейчас большие проблемы, и меня не нужно бить. Ты меня сейчас побьешь, я еще нафиг отъеду. Зачем тебе это дерьмо? Еще меня лечить будут этими травками местными. Ну, знаешь что, это... Ты лучше пока там пройдись, подыши, а я... квартиру тебе все равно не отдам. Да блин, чувак, и не надо. Я это сказал им чисто для того, чтобы они от меня... Чтобы они меня не убивали. Они уже пришли, они принесли нож, ты понимаешь? Идиот, Господи. Я все это им сказал для того, чтобы они просто меня не убивали. Я, конечно же, не собираюсь этим дебилам ничего отдавать. Они меня подставили. Вообще, знаешь, начинаю думать, что... Это уже второй раз у тебя происходит, типа, когда меня отправляет он на такое задание, да? И там менты какие-то рядом тусят, понял? В прошлый раз я отмазался, откупился от ментов, там вообще дешево было, понял? Типа, что они меня не досмотрели, да? Угу. Вот, а в этот раз, типа, ну они досмотрели, типа, они прям подкинули мне это, понимаешь, в карманы все это дерьмо. Они, я прямо, знаешь, такой, там я пришел, вот, знаешь, открываю место, где должно быть клад, ну, типа, за робочасти лежать, да, и там их нет так. Просто. А менты уже пришли заранее, забрали их оттуда и ждали, когда я буду их искать, понял? А ты уверен, что это менты? Ну блин, может быть это менты, может быть это те чуваки, которые работают на желтого дракона. Ну погоди, погоди, это точно менты, да, это точно менты. Они, я этих ментов еще раз встретил. Они, знаешь, где они были? У Сидоровича, да. Они Сидоровича пытались взять, мне еще за Сидоровича просто десятку заплатить. Чего? Десять с чего десятку? Тысяч? Миллионов. Кредит. Миллионов? Да. У тебя что там со своим звуковым модулем? Ты можешь пофиксить себе его уже? Ты говоришь, как хрен знает. Я попробую, попробую. Мне только поставили. Сейчас, погоди, ну подними шею, подними шею. Сейчас давай, давай. Вот так вот, нормально, сразу. Ну-ка попробуй говорить что-нибудь. А нет, иди, подними еще раз. Ну-ка теперь попробуй. Ну фу. Не подходит. Давай еще раз. А. О, уже лучше. Вот так нормально, так нормально. Мне сейчас вот. Могут подкорректировать, мне его починить надо, вот чем прикол, он глючит. Братан, ты... Чё тебе Злата-то в итоге сказал? Чё там, как вообще, по времени, по всему остальному, тебе нормально? Ты если на ногах стоять будешь, жить будешь? Короче, мне все равно надо все менять в больницу уже, по-нормальному, да? Ну, настоящая больница, а чё, если они увидят, что твои модификации, или чё, Сидоровичем, знаешь, что было-то вообще? Почему мне пришлось в десятку-то платить? Ну. Короче, типа, я пришел в больницу, после того, как тебя сюда отнес, из-за того, что они позвонили. Я прихожу, а там, знаешь, что? А там, короче, эти менты, эти же двое, которые меня повязали, которые мне платил, давал взятку-то, понял? Вот, и они, короче, говорят, ну, типа, заступил звонок в полицейский участок, мы приехали, типа, у вашего друга найдены модификации, за которые он будет сидеть очень долго. Я такой думаю, нифига себе. Ну и в итоге я договорился с ними на десятку только. У Сидоровича, слава богу, деньги были, он уже очухался, мне сказал, где взять. Ну да, чувак, на самом деле, по этому поводу, у меня договоренности есть кое-какие, да? С тем врачом? Потому что... Да, который помнишь Ну да, помнишь, я же лежал в больнице, меня же тоже модули. Какой меня же взяли. С очками, который, или который второй, который напыщенный такой? Про очков не знаю, но у меня защита очка стоит, так что нормально. Защита? Да, защита очка. Модуль такой. Ну да, у Виталия, походу, не стояло. А чё же у тебя защита кибершланга не стояла?
Так потому что мне печень прорезали, может, система это глючит? Глючит ничего, все, модули сбоят. Мне идентификатор вытащили, а? Ну да, херовая ситуация, херовая. Чувак, знаешь, что я хочу сказать? Я последние 3 дня просто на ногах. И вообще, типа, не спал нифига. Единственное, что отрубался недолго, когда меня желтые драконы били. Ну, это, чувак, ненормальная ситуация. Ну, я отрубался, когда сразу после сна. Они же мне там, ну, забей, короче. Кстати, вот ты знал, что модули активируются только, блин, с идентификатора, а? Ну, блин, ты же с ногами что-то смог активировать? Или ты не смог? Да я вот только не смог. Все, ладно, чувак, я пойду посплю. Разбуди меня, когда эти... Ладно, давай. Когда Сидорович очнется, я хочу немножечко отдохнуть. Я пока модуль починю. Ой, давай, давай, брат, давай. О, выспался. Неужели это... О, видите, что такое? Злата? Да, этот, Сидорович? Никого нет, черт. Где, где этот? Где псих? Псих, ты что, в золотике? О! Охренеть! Я думал, типа, это шутка будет. Я типа думал, тебя здесь нет. Че, штаны-то натяни хотя бы. Че, увидел, что меня оторвали, блин? Ты стал этим, ну, женщиной. Спасибо. Ой, не хочу даже об этом говорить. Бро, ты мне лучше знаешь, что скажи? Мне по-любому нужен новый, блин, мне по-любому нужен какой-нибудь новый представитель. А, где эти двое, да? Так, короче, им Сидорович стало хуже, они вместе со Златой ушли, куда-то уехали, я не знаю. Что-то... Другую точку, что ли? А да, что ты меня не разбудил, вместе с ними погнали, нам-то чего это? Да нам... я срать ушел. Срать ушел, понятно. То есть это недавно было совсем? Да вообще недавно. А где эти все? Кстати, я вот это пока ты тут спал, разобрался с модулями. А ты мне погоди, а эти тоже все с ними что-то уехали? А, так эти да. А, и что с модулями? Ну, типа, разобрался более-менее, я смогу сейчас говорить, правда, баги все равно будут иногда. А, ну, когда баги я не будут? Знаю. Ну да, модуль-то глюкнутый сам. Ух, ну это жестко, жестко, чувак, жестко. Что мы в итоге будем сейчас делать, твоего борта? Нужно что-то реально определять, уже решать. Надо бабки где-то достать. Ну бабки-то надо где-то достать. Чё? Мне нужно тоже, значит, сколько еще органов заменить, сколько всего еще нужно сделать. Тебе вот нужно заменить. А, кстати, что? Я еще поговорил со Златой, да? Что случилось? Ну, я, короче, сказала, что вот этих частей, которые вы в меня вставили, хватит мне еще на полгода где-то. На полгода? Дальше ты что, ты все откинешься? Да, все. Надо заменять. Ну, братан, походу мы с тобой две бомбы с часовым механизмом, понимаешь? Как понять? Ну типа, сдохнем скоро. А, ну да. Ну, есть, короче, такое. Что я тебе могу сказать? Значит, нам нужны деньги, правильно? Да. Ну, есть варик один, типа, я знаю. Можем... Со свалкой? Нет, 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 какой свалкой? Погоди, можем обратиться просто к моим друзьям в Красный Дракон. Не-не-не-не-не-не-не. Я с этими чуваками работать не буду, у меня с ними плохая история. Погнали, пока отсюда поедем туда. Вот, а чё, слышишь, мы сейчас так поедем, а типа мы оставим все так незакрыто, там типа ничего не украдут. Ты думаешь, сюда кто-то вообще ходит? Ну, да фиг знает, может ходит. Нет, здесь всех давно уже перебили, боже. Да? Да. Здесь только вот эти чуваки, которые там были, тут и живут, все. Так что вот. А, понятно. И смотри, значит, почему ты с красными не хочешь работать? Там же Артимон, наш братиня вообще, типа. Да не Артимон, это какой-то странный чел. Настоящий Артимон умер 20 лет назад, я тебе уже говорил. Ну, он прям похож на него, две капли воды. Ой, похож он. Он тебя вытащил, походу, только потому, что ему нужен очередняра раб, понимаешь? Да не, ну ты чё, ну он вытащил, ну тем более, то, что он меня вытащил, как раз таки показывает того, что типа он крутой чувак, типа он меня не вытаскивает. Нужен бы ему новый раб, он бы какого-нибудь чувака бы на улице бы нашел. Зачем ему конкретно я, если типа это другой Артимон, он даже меня не знает. Ну окей. Другой вариант, хорошо. Какой? Он может, это, подкатить к Лине, знаешь, через тебя. Да, и, типа произвести впечатление, да. А, типа он вытащил ее друга, да, все такое. Да, 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 типа. Ну, давай, тоже никакого какой-то смысла нет, чувак, потому что мы, он должен знать, что мы, типа, встречаемся. Когда, получается, если я сяду, то я уйду с своего пути, его будет гораздо проще, так что нет, не вариант. Да, 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 кстати, да. О, приехали, пойдем подышим свежим воздухом. Вот эту канализацию, метро уже запарился этим воздухом дышать. Кстати, слышишь, бро, я бы, наверное, это...
А чё? Ну, типа, это, пойдем лучше, может, в Китай город, я так подумал. Сейчас не хочу немного палиться здесь в городе, все-таки, знаешь, эти желтые, желторотики и ёмон. Ну да, не этим районом тут это. А, погнали лучше в Китай. Кстати, смотри, я тебе покажу один проход, ты знал о нем? Ты, короче, мне его Лина показала, пойдем покажу. Куда ты меня ведешь? Чувак, зацени, 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 а? Чё? Ты готов? Да. Это путь в Нарнию. Закрой глаза, открой рот, погнали. Так давай выходи, не стесняйся, псих, давай. Ты что, меня в наркопритон притащить? Давай. Что это? Тихо, давай. О, вот мы, смотри, мы в Китай-городе. Здесь какие-то чуваки еще давно, много лет назад, продолбили проход, понял, типа? Давай, я сам был в шоке, мне Лина показала. Прямо к Сидоровичу? Да, прям я даже не знал, прикинь, Лина об этом рассказала, представляешь, Лина знала. Я не знаю, откуда она все это знает, короче. Я тут живу сколько, я об этом не знал. Да, я что-то думаю-то, слышишь, куда пойдем гулять-то? А. Да вот надо подумать. Можно сходить в этот в ресторан или... Чувак, какой ресторан? Нам бы денег подзаработать как-то, а ты о ресторанах своих. А. Нам бы их не тратить, главное, а подзаработать. О, насчет подзаработать денег, слышишь? Я же забыл сказать. Я, короче, когда был это на свалке, ну, для твоих частей, да? Я еще достал, да, где, иди сюда, иди сюда, сюда. Ну давай, сюда дойдем. Давай, вот тут, смотри, здесь никого нет. Смотри, значит, покажусь. Я достал, у меня с собой, смотри. Опа, засни. Давай. Опа, держи. Так, вот эти выглядят неплохо, погоди-ка. Что такое? Погоди, это серьезно он? Что такое? Короче, этот инфракрасный излучатель, если мы его продадим, сможем вообще нормально баблеск. Спрячь, говорю! Кто-то идет! Спрятал. Кто-то шел. Кто-то где? Был. Че? Вон там был. Ладно, просто спрячу. Короче, если мы продадим, мы сможем 10 миллионов кредитов срубить. 10 лямов? 10 лямов! Звучит как сказка, бро, звучит как сказка. Чувак, а почему она так дорого вообще стоит, а? Так потому что прикол в чем? Эта штука раритет. Она была создана... Да, она еще из первой партии андроидов, походу. Такие штуки партии? Обычно в 10 раз дороже стоят. Да. Не, ну это звучит круто, а? Я не думал, что мы такой раритет найду. А по чему ты на свалке делал? Может, просто выкинул, избавился? Я не знаю, там, ну так там все детали. Так а чё тут сидишь? Давай, шнели, через интернет продавай. Да. Компа нет, идентификатора нет. А, ты там через комп делал. Блин, ну знаешь что, может быть это? Может пойдем поищем твой комп просто? Ну давай, куда ты его заложил? Ну, пойдем покажу. Тут в целом неподалеку, ты готов? Давай. Так, смотри, короче, значит, я был где-то в этом районе, ты погоди, посмотри, ох, нифига, взгляни, какой крутой вид. Вон там посидеть, там видно в рейстике или что это такое, это круто. Да, вид-то крутой, где мой комп. О, смотри, я ориентируюсь обычно на граффити, ты его, наверное, не видел, оно офигенное, посмотри. Ну, я когда здесь прохожу, типа, помню. Постоянно на него смотрю, кстати, я первый раз здесь видел мусороуборщика. Не особо обращаю внимание. А, ну идем, псих. Идем за мной, идем. Так, ема, что случилось, чувак? Смотри, эти следы крови засохшие, я их чуть в прошлый раз не заметил. Че, может это Виталя? Ну мог, да. Смотри, короче, вот здесь. Да, вот туда, короче, его отнес, типа. Ты мой комп отнес, да? Ну да, ну ты, типа. Ты. Нам что, повторите это сбитый, да? Не надо, все, давай, братан, запускайся. Очень аккуратно, аккуратненько давай. Господи, ну тут вонище, ну да, отличное место, чтобы мой комп-то притащить, ну, классно. Да, я знаю, дерьмовое место, но другого выбора-то друг... не было. Называется. Что? Лучший друг, говорю, называется. Братан, если бы я его сюда не притащил, знаешь, где бы ты был? Ты бы вот сейчас в этом мешке, возможно, бы лежал, вот здесь, смотри, о. Как тот этот, скрея камеры? Да хрен его знает, пойдем. Так, вот сюда вот я его отнес. Вот сюда, опа, да, его уже нет. Кажется, чуть подломали решеточку. Вот сюда я его поставил. Слышь, не хочешь там внизу проплыть и посмотреть, что на той стороне?
Может, он там, за поворотом? Нет, спасибо, у меня и так детали сбоят. Не, ну давай ты все равно в дерьме, я в новом костюме, посмотри, какой красавчик. Да, вот видите, ты, давай. Давай, дед, не стесняйся. Ну, я там вроде зрением вижу это. Давай, потолкнул. Чё там? Эй, псих! Псих! Стоп, помоги! Что такое? Что такое, псих? Что с тобой, псих? Мне точно стоит туда лезть, псих, алло! Ёперный тядер, ты что, псих? Я сюда в дерьме, фу, блин, ты что, охренел, идиот, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, я сейчас тебе такое сделаю, ты мне будешь, знаешь, что, тварь, ты охренел, ты что, псих сраный, иди сюда, на бутылку будешь садиться, вот видишь эту бутылку, я буду тебя на нее сажать, а потом рассаживать тебя буду обратно, стой, погоди. Я тебя на биту свою посажу. На биту буду посадить, короче, что я предлагаю, знаешь что, ну, мне кажется, нужно поискать его где-то здесь, в канализации, тем более, ты слышал это? Че? Какой-то звук был странный оттуда. Я в ту сторону. Ладно. Так, короче, не знаю, типа, если получается комп был здесь, то возможно он все еще где-то здесь, понял? Давай поищем его, поищем. Кстати, знаешь, что заметил? Здесь какие-то дощечки такие стоят. А что, вот эти канализации, я так понимаю, давно никто не должен был ходить, но здесь, смотри, есть освещение, здесь такое чувство, что кто-то здесь ходит, потому что, смотри, ну типа, это слишком подозрительно все, а? Тебе не кажется? Может, кто-то тут живет? А может быть, Виталий живет где-то здесь? Диабита, сама да, есть что-нибудь до меня? Да не, вряд ли Виталик уже. Не, чувак, ну сам подумай. Отличное место, никого нет. Ё-моё, чувак, мне нужно какое-то оружие. Мне нужно какое-то оружие против него. Может, ломаешь эту трубу до меня? Ну не, я только усидрю еще могу. У меня сейчас и модулей-то нет. Да, давай аккуратно. Так, тихо, что за поворотом? Чувак. Теперь становится страшно здесь ходить, знаешь? Может, вернемся лучше, а, слышишь, чувак? Мне кажется, нужно вернуться. Мне мой комп важнее всего, давай. Не, ну давай вернемся, слышишь, давай вернемся. Не-не-не-не, надо мой комп. Сейчас, мой комп. Не, не поддается. Не, не откроется. Не, чувак, ну не, давай вернемся, чувак. Не, ну серьезно, я не хочу никуда идти. Ну мне Давай! Ну ладно тогда, давай, иди первый раз такой герой. Иди, ну, хорошо, давай, давай. Иди. Давай. Давай, ты первый. Че, Виталий! Нет, просто какие-то уроды надо валить. А, какие-то уроды? Погоди, дай посмотрю. Да нас сейчас ментовку спалят, правильно? А, да дико, это я, кажется, знаю. Погоди. Чего? Ближе, подойдём. Какой ближе? Да ближе, подойдем, давай, ближе. Валить надо, валить. Да, погоди. Так вот, короче, я ему, ну, передал 10 килограмм, а босс говорит то, что он должен прям под желудок перенести. Понял? Желудок мало. Стоит, давай! Че, испугались? Просто. А что вы делаете? Так, Антоха, Никита, Антоха, Никита, Тоха, Тоханита, Антинита. А это кто с тобой? Это мой друг, его зовут Псих. Ну посмотри на него, он явно психа похож. Криптокипер. Псих, знакомьтесь, Псих. Псих — это Антонита. Антонита — это кто, левая или правая? А, ну, во-первых, это, короче, парни, да, во-вторых, Антонита — это не левая и не правая, это типа они оба Антонита. Чего? Мужики, назад. Вот, а что вы тут делаете, это серьезно? То мы здесь делаем? Ты хочешь сказать, что это мы здесь делаем, да? Ну не, учитывая, что вы пришли по канализации сюда. А вы типа не в канализацию? Вопрос, погоди, пока я, а вы не, так я вообще-то в банде, между прочим, сейчас. Какой бандик, ты за? Я посмотрел на мой крюки, я в красном тоже. У меня чем моднее, чем у тебя. Да, я вижу. Меня Артемон взял. Вот меня. Вот, погоди, да, меня Артемон. Так... канализации, да? Ну я вообще-то Артемон взял в банду. И сам Артемон лично мне сказал. Он лично. Да я ему просто пока костюмчик у меня такой, потому что он сказал, типа, лень тратить бабки, пока ты у нас только новичок, потом тебе да ничего не получишь. Никита, прикинь, он в говне искупался. Да я тоже в говне искупался. Это что несет-то? Так, а что у вас тут? Слышь, чуваки, а что здесь реально стоите? Ну я в воду плюю, я нормально. Нет, слушайте, ну, чуваки, не, это, вы типа здесь какие-то, наверное, транспортировки незаконные производите, да, ну так понимаю? Не, понятно. Слышь, у меня другой вопрос, типа, ребят, типа серьезный вопрос, а вы здесь видели что-нибудь подозрительное в последнее время, не? Может, кто-нибудь ходил или какие-нибудь звуки из канализации слышали? Ну, может, вы... Или мой комп, вы видели с мой Тихо, псих, не ожидай. Ну, тут, знаешь, типа, единственное, что происходит, это крысы бегают, а мы их, короче, то есть, ничего, канализация как была, вы здесь давно, типа, в канализации, наверное, тусите уже? Да почему? Да мы не в канализации. Да нет, понятное дело, ну дверь у вас тут есть, смотрю, вы здесь что-то приходите. Да, есть. Ну, да, это, ну короче, просто это... проблема у нас, видишь, у нас, короче, есть один псих,
Сбежал. Не, не, этот псих, другой псих. Псих. Вот другой, это другой псих, другой я псих. Я криптокипер. Он, короче, сбежал, и мы думаем, что он где-то в канализации укрылся. Поэтому, если что, если будете ваши ребята здесь будут что-то таскать, то лучше так, скажи, что. Руки свои не распускай. А ты сычешь там. Короче, да, все, уже, да, короче, слушай, скажи своим, чтобы по канализации по одному не ходили, а то это может быть опасно. Да у нас это, ребята-то натренированные. Да, он тоже натренированный, он один может пятерых положить. Да он дрыщ, я уверен, наши ребята его распускают. Не, ладно, ну, может мы к вам зайдем, а то в канализациях тут стрёмно оставаться. Да, а, ну как бы 100 кредитов. Да есть 100 кредитов, давай погнали. Да что ты, ну ладно, пошли. Пойдем, пойдем. Эй, а нас опустите. Да ём... Давай, псих, заходи. Ладно, проходите, всё. О, да что получается, территория нашей базы, да? Я ничего не был здесь. Да, получается так. Ну, если хочешь, я могу тебе мини-экскурсию провести, в принципе. Ну, давай, проведи нам экскурсию. Когда ты провози экскурсию, я пошел к себе. Понятно. Давай, ну, давай, давай, курщик. Пока. Ну, смотри, ты-то в нашей банде, в принципе, я тебе экскурсию-то проведу, а вот этот молодой человек, которого несет немного параши, я, в принципе, от него не тоже особо... несет. А слышь, а у вас, а он должен меня подождать, а, слышь, ну, у вас да, есть где-нибудь комп, его бы за комп посадить, мне кажется, за компом он... Комп, ну знаешь что, короче, комп у нас есть, есть ну типа у нас в зоне отдыха, типа знаешь... А, ну пойдем, короче, покажи, покажи, мы давай его там оставим. А где оно, там, может, там? А, тут недалеко, типа, смотри, просто буквально, опа, и налево, смотри. Сейчас вот так проходим. Смотри, вот здесь. Вот. А, вот здесь. Вот, смотри. Ты, короче, смотри, там в холодильнике, не знаю, может подпрыгнешь, там возьмешь его. А, да. О, ну смотри, мы пойдем, короче, сись, давай, я что, мартышка, что ли? Заберешь, ну вот, посмотри, где что продать, понял, типа. Да, 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 да. Я поэтому и сказал, что ты пока посиди, займись работой, брат. Окей. Ну смотри, короче. Опа, нифига, что здесь такое, чувак? Офигеть, это что? Да, ты чем сам, ну куда ты идешь? Я тебе даже ничего не сказал. Смотри, короче. Здесь мы, собственно говоря, типа кушаем, типа чилим вообще хорошо. Кстати, калики у тебя есть? Да, не-не-не, я уже сюда не будем отвлекать псих. Ладно, смотри, короче, здесь наш главный центр управления. Если хочешь, могу тебе, в принципе, рассказать быстренько про эту голограмму. Это город? Да, это город, типа, это голограмма города. Эйнтаун. Ага. Ты же хотел уехать. Блин, ты с шутками, господи. Да какими шутками, боже. Всей нашей банды можем видеть всю ситуацию в городе. И если я говорю всю, то это значит реально всю. То есть, смотри. А я смотрю, чисто ситуация по району, я так понимаю. Не, а, нет, нет, ситуация еще по второму району. Здесь можно менять голограммы, поэтому не, понятно. Не обращай. А у вас что-то все плохо. Смотри, у вас смотри, желтый, это вас жмут, да? Ну, ну да, ну это желторотика. Типа, о, это так они вас вообще... Даже здесь, даже в гаражах желторотики? Да это ненадолго, все. Не, погоди, все погоди, даже в этих гаражах желторотики? Ну, да не так там, типа, по одному. А погоди, а напротив-то вас здесь, прямо в синем здании, они вас что, прямо всем что ли зажали, чувак? Что происходит? Да нет, я думал, весь чай на таун под контролем нашим. Да, это видишь эти мелкие точки такие типа полупрозрачные, это типа вот эти мини-челиксы. Вот, и типа они показываются на карте. А, ну это жестко. Вот, нас, типа, все у нас все по-жесткому. Ну просто укрепились, туда, значит, мне кажется, они вас зажать могут это. Да иди ты своими зажать, но ну, мы их щелкнем, типа, вообще. Ну я понимаю, ладно, возьмем, давай, брат, да, работай, не будем тебя отвлекать. Давай, брат. Давай, давай, сиди сюда. Да-да, короче, сюда? Ну здесь у нас типа служебное немного помещение, но закрыто, поэтому ты сюда, типа, лучше не ходи. Ну не сюда вот. Не зови до следующий раз. Ну, ну да, конечно, не буду зовать. Смотри, давай тогда дальше пойдем. Давай, показывай, показывай, что у вас там. Вот, смотри, ну здесь типа... А, здесь я был, да, я помню, мы с тобой здесь уже виделись. Ну, я здесь сидел, когда твои друзья меня чуть не зафигачили. Ну смотри, стол там, предметы всякие там, клан. Нифига себе, а если дотронуться до лазера, думаешь, мне больно будет? Ну, попробуй. Не, не надо, не хочу. Ладно, смотри, короче, видишь, тут кровь, ну типа, если хочешь, можешь убрать. Да не, ладно, пойдем дальше, я тоже все видел, мне интересно, что будет новенькое. Что такого-то? Ну что есть, а как вообще, получается, эти туннели прям под всем Чайна-тауном идут? Ну, плюс-минус, да, типа, ну смотри. И что, здесь, можно, типа, получается, даже к Артиону прямо сейчас выйти? Ну, ну если постараться, в принципе, можно, но сейчас теперь, типа, зачем? Ну вот, смотри, здесь мы, собственно, типа, отдыхаем, там, с спортсменом работаем. А, это какие-то комнаты типа быстрого отдыха, да? Ну да, да. А что такое срачное, я не понял. Слышал про песню, там, старая такая, знаешь, типа, про ностальгию, короче. Чё? Знаешь, типа, называется новый Кадиллак, там, типа, знаешь, как дела, там, новый Кадиллак. Не, не слышал ни разу, не слышал. Не слышал? Это, наверное, песня для каких-то молодых дурачков, да? Да нет, она старая, ты чё, не знаешь. Старая, качает? Да, лет 30, может. Опа, а здесь что такое, чувак? А это наше главное достояние, так тебе скажу. Смотри, чего? Короче, здесь, ну, типа, два бойлера, я не, ну, нет, я тебе не буду говорить всякие, типа, ты не химик, да, чтобы научные, ну, да, опа, да, ну, короче, чего? Смотри, здесь у нас, ну, ты, я думаю, ты сам, я понял, вы здесь делаете синий лед, да? Да, 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 именно синий лед. О, ну, здесь, типа, ну, я не знаю, честно, Хайзенберг, что это, но, Хайзенберг, ну, бы посоветовал бы этому Гайзенбергу, посоветовал бы всей этой штуке. Да, да, конечно, позавидовал.
Смей, там дальше у нас, видишь, где Антон ходит? Да. У нас там, собственно говоря, склад. Вот, сейчас давай пройдем туда. Mm-hmm. Я так тыкнул головой. Так. Оп, смотри, давай, пошли. А, она же оп, быстро проскочит. Да, да, да. А если ты быстро не проскочишь, то все, ходи. Я подержу, подержу. Иди, иди, проходи, а, проходи, проходи. Ты медленный большой парень. Ну, медленный парень, медленный парень. Так, все, давай. Короче, смотри. Здесь у нас склад. В принципе, ничего интересного, вот куча всяких шестеронок, которые нахер никому не сдались. Ну, знаешь, если честно, у желтых драконов склад визуально меньше, но у них он организован получше. Я просто... Да? Я, короче, я знаю, что случилось, я тебе должен такое рассказать. У меня проблема небольшая с желтыми драконами, не знаю, может, к боссу обратиться. Короче, я же работал туда и сюда, походу, они решили меня слить, еще и поставили мне на бабки теперь. Я теперь даже буду прогуляться в обычном районе, даже до дома Лины прогуляться не могу, потому что, ну, сам понимаешь, там, типа, вообще жопа. Ну, херово, херово. Ну, знаешь, типа, пока что нам лучше не лезть на желтых драконов, потому что сам видел ситуацию, да, в городе. Да, себе 20-то зажали. Я так понимаю, желтые драконы сейчас почти всем городом владеют, да? Ну, не то чтобы всем городом, у нас есть какие-то отдельные районы, которые, в принципе... Вас не идут прям так, у вас вообще такой-то срач, вам здесь перебраться? Да, да. Опа, нифига себе, нифига себе. А, ну, какие-то, видимо, другие они. Я не разбираюсь, что это, но выглядит дорого. Да, ну ладно, пойдем отсюда. Пойдем. Ну, вот, ну, типа наш просто обычный. Ас! Ух ты, ё-моё, чуть не увернулся. О, ты чё уже? А. У нас там просто один уже чуть не. Чё? Ладно, а, валим отсюда. Пойдем, я туда к своему деду пойду. Давай, давай. Вот, а ты можешь пока с Артемоном поговорить, сказать ему про ситуацию, ну типа про это. Ну, психом мы детка вообще. А, ну, не, расскажи ему про ситуацию, то что меня тоже желтые жмут, типа может укрытие мне где-нибудь здесь дадите, а узнай. Ну я, в принципе, могу, могу. Да, да. Все, хорошо. Тогда что, тогда чувствую себя как на базе. Ну, ну да, все, окей, давай. Давай, знакомься пока. Давай, давай. Так, что там? О, что там такое делаешь? Сейчас, слышишь, псих. Да, да, ну вот убираю. Ну вот убираешь. Че, получилось что-то узнать? Продать что-то там, что-то такое? Ну, я договорился о продаже, короче, да? Угу. Вот. Во сколько там? Ну, примерно завтра. Завтра, думаю, смогут. А они. Остальные там, рука, нога, там, по копейкам или пофиг? Ну, починю, там может выйти, но не помню. Можем здесь переждать за завтрашнего дня, в принципе. Прямо здесь можем посидеть, починить. А, ну да. Я поговорил с ребятами, говорят, все нормально, типа, все, отдохнем. Короче, я узнал о ситуации в городе. Желтый дракон, походу, вообще жестко всех жмет, даже красных приезжает. Мне кажется, мы можем спокойно красным помочь, чтобы они хотя бы Чайнатаун себе забрали, может, их прямо по Чайнатаун даже половину забрали себе уже желтый. Главное, чтобы про меня тут особо нет. Ну, понимаешь, там эта история не очень хорошая. Я понимаю, мне тоже светиться нельзя, я понял. Я буду действовать тихо, аккуратно. Ну, я бы тебе тут все показал, но сам. Да мастер! Что срочно хочет тебя видеть! Чего?